Привет. Сразу говорю, для чего я создал этот ролик. В последнее время, ну, как в последнее время, начиная с того момента, как я начал снимать видео про Винди, не про игры, на мои видео начали писать комментарии, такие как «Когда я уже перестану там снимать уже видео про Винди?» «Когда я уже верну контент про игры?» Ну, вот эти вот вопросы по поводу канала. Так вот, сразу говорю, я не буду снимать игры чисто про Винди. Нет, такого я не собираюсь делать и ни в коем случае не буду, конечно же. Я отвечу на все вот эти вот ваши вопросы и в конце еще кое-что свое добавлю. Итак, первый вопрос. Какие видео будут выходить, а какие нет? Если вы на моем канале уже давно, то вы наверняка уже знаете то, что в последнее время на моем канале начали выходить видео совсем другого формата, вот прям вообще другие. Если раньше я снимал игры, то сейчас я снимаю вообще видео про каких-то блогеров. Не каких-то блогеров, конечно, популярных блогеров. Винди, там, Куплинов, ну, Винди, конечно, я уже как-то слишком уже много снимаю. Ну, короче, теперь летсплея, ребята, не будет, к сожалению, нет. Потому что я уже, если честно, уже устал снимать вот этот «Растение против зомби», потом что еще, «Сосед» начал не так давно, вроде месяц назад. Ну, короче, летсплеи, ребята, к сожалению, не будут. Вот я буду выпускать видео про ютуберов всяких, потом, возможно, еще... Ну, короче, я буду экспериментировать над видео, над контентом. Я буду, возможно, еще выпускать другие ролики, там, как сделать что-то, допустим, как сделать террорист, или как набрать 1000 подписчиков, может быть. Ну, короче, буду экспериментировать над контентом. И, конечно, скучно здесь, ребята, явно не будет. Следующий вопрос. Когда видео будут выходить? Именно, то есть, непонятно. Я вообще выпускаю ролики то через день. Хотя, ну, короче, не знаю. То через день, то через два дня, то через вообще через месяц. Вот, и в какой-то период, помните, вот где-то в декабре я вроде 2 недели или 3 недели, сейчас не помню, вообще не выпускал роликов. Это, ребят, я тогда заболел. И похоже, что актив на моем канале немножко так подупал. Ну ладно, ничего страшного, заново наберем. Так вот, я тогда заболел и, к сожалению, роликов выпустить я не смог. А теперь я, к счастью, уже выздоровел, Новый год наступил. И вот теперь я уже буду выпускать ролики каждый третий день. Допустим, вот я выпустил ролик, и прошло 2 дня, и на следующий день выпущу еще один ролик. Ну, я думаю, вы уже поняли. По крайней мере, я буду стараться так делать, потому что у меня еще школа, как вы знаете. И не так уж и просто будет все это делать. Ну, я буду стараться, конечно. Ну, короче, вот мой ответ. Я буду стараться выпускать ролики 1 раз в 3 дня. В принципе, все я уже сказал. Ну, я, ребята, хотел еще кое-что добавить. Я хочу создать эксперимент. Короче, смотрите. Как вы знаете, я раньше выпускал «Растение против зомби». И вот, я выпущу один ролик на этом канале, один ролик по прохождению «Растение против зомби 2». И мне будет очень интересно посмотреть, сколько это видео наберет просмотров. Если вы не хотите смотреть, вообще не обязательно смотреть, я вас не заставляю, просто интересно. Просто мне будет интересно посмотреть. Вдруг там просмотры больше станет, а может вообще ничего не наберет, кто знает. Ну, вот такой вот эксперимент сделаю. Мне кажется, будет прикольно. Но я не стану полностью возражать прохождение. Я просто один ролик выложу. Эксперимент, чисто для эксперимента. И все. А проходить дальше я не буду, к сожалению. Если вы смотрели мои видео по «Растению против зомби», то вы явно знаете то, что я уже несколько раз проходил приключения этой игры. То есть я вот до этого где-то 3 раза перепрошел прохождение. Ну, за всю жизнь, да? А потом еще с вами прохожу. Ну, это вообще, ребята, жесть какая-то. Я, если честно, вообще уже не могу в это играть. Мне, конечно, нравится, но уже не так сильно, как раньше. Вот. Если у вас есть еще какие-нибудь вопросы по поводу канала, то, конечно, пишите в комментариях. Я обязательно отвечу и постараюсь как можно раньше ответить на вопрос. Также, если будет капец дофига вопросов, то я просто сделаю отдельный ролик. Вопрос-ответ. Ну, вы наверняка знаете такую рубрику. Ну, буду, наверное, раз в месяц или в неделю выпускать такие... Нет, в месяц все-таки выпускать такие видео. Или там, если вдруг капец дофига вопросов накопится, то выкладу ролик и все. Также я хочу изменить название и аватарку своего канала, поэтому уже завтра, ребята, будут обновления. Ждите. Вот такие вот, ребята, изменения на канале. Спасибо большое за просмотр. Если у вас есть какие-нибудь идеи к видео, то, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что мне будет очень интересно почитать. И не просто почитать, а возможно я даже сделаю ролик по этой теме. Если, конечно, будет прикольно.
Ну, короче, надеюсь, все понятно. Если что-то не устраивает, то напишите тоже в комментариях. Всем пока!